что именно. И неплохой клип. Центральный судья. Центральный судья. Но здесь ситуация достаточно разряжена, очень хорошо, да? То есть эти трое бегут, эти их уже дома ждут, поэтому это и транзишном сложно назвать. Однако, каждый свой переход из центра в центр должен быть бегом до начальной точки. Начальная точка в данном случае, мы с кем-то сегодня это обсуждали, это продолжение линии штрафного броска. Вот когда я туда добежал, вот там я могу ходить. Вот там я могу. Если мне надо вниз пойти, надо вверх, вот эти кросс-степы какие-то, да, заморские делают. Но, однако, начинать все надо с чего-то. И вот это место начала. Но туда надо добегать. Понимаете, когда вы добегаете, в любых играх, здесь у детей это будет один темп, не надо бежать как сумасшедший, да, в этих играх. В более взрослых играх это будет другой темп, там более быстрых, третий темп. То есть каждый, и даже в одной игре в разных атаках это будет разный темп. И вы должны вот этот темп, но каждый раз, когда кто-то будет вас оценивать или смотреть, да, игру, они будут говорить, да, вот этот парень судит, он успевает, хотя бы он не выглядит, что он вне игры. Или он не хочет судить, да, когда я там плетусь за ним. Ну, я центральный. Это считается прогулочная позиция. Шлеп-шлеп дошел. О, в другую сторону пара. И вот так я и хожу. Да, сюда. Еще один переход из центра в центр. Не знаю, почему так режется, но тут режется. Как есть, как есть. Опять, мы смотрим центрального судью, да? Центральный судья. И вот бывают моменты вот этого быстрого паса, да? И тут уже ты ничего не поделаешь. Однако, мяч переходит в среднюю линию. Даже если бы я был здесь, это уже можно назвать позиционным нападением для центрального судьи. Если бы я был здесь, мне бы все равно пришлось вот этот кросс-степ вот сюда сделать, да? Кросс-степ – это когда я двигаюсь в какую сторону? Противоположную от игры. То есть, если игра сейчас с вероятностью 90% пойдет под кольцо, я сделаю шаг туда, по моему мнению. Я не могу знать, что там эти придурки придумают, да? Игроки иногда такое выдумывают. Если игра пойдет сюда, мне бы желательно сделать шаг в ту сторону. Для чего это делается? Чтобы хорошо разрезать. Чтобы глазами хорошо видеть. Защитника и мяч. Еще ракурс, еще. Чтобы игра отдалялась от меня, а не приближалась ко мне. Потому что когда игра идет на меня, вот эти вот события, да, я стою на краю платформы, когда проезжает Сапсан. Мне кажется, одно восприятие, да, вот представь. И теперь я отошел на другой край платформы и смотрю на этот же Сапсан с той же скоростью. Но у меня совершенно другие впечатления. Иногда даже, может, номера вагонов смогу увидеть. И здесь то же самое. То есть мне вот эта дистанция оптимальная, необходима еще для того, чтобы не принимать эмоциональных решений. Бам! Фол! Потом на видео смотришь, думаю, господи, что я там мог видеть? А это эмоциональные решения. И все равно он успевает в свои вот эти, да? И причем он успевает еще и отследить 2 или 3 очка. Одним простым вот этим жестом. 2 черных пальца здесь. Просто направьте их. Причем не вот так вяло как-то, так или... Это не касается, естественно, когда игрок идет в проход или бросает откуда-то вот отсюда, там или отсюда, да? Я не знаю, зачем люди показывают попытку 2 веттенсов. Но в данном случае вы показываете, что вы четко видели, что игрок бросал с линии. Одной, с тобой, там двумя. И вот эти 2 пальца в сторону линии обязательно. Причем, как сказать, лучше направить вот эти 2 пальца именно в ту сторону, откуда выполнялся бросочек. Не сюда, да, там не просто вниз, а вот именно на эти ноги.
Это вроде мелочь, но опять-таки это акценты нашего восприятия. Нас всех как-то воспринимают. В данном случае должны воспринять неплохо. И теперь снова я бегу из центра в центр, но уже поспокойнее, да, там ситуация уже развивается не так. Это транзишн. Заодно мы выяснили начальную точку. Значит, теперь у центра. Основная задача центра – это работа в ограничении. Чаще всего при хорошем, как бы, командной работе, работа центра – это игра без мяча в ограниченной зоне. Это входы, когда игрока встречают бампом, да? И поэтому я говорю вам сегодня, говорил тем, кого смотрел, что вы следите за мячом. Это очень просто увидеть. Вы просто не видите ничего, что происходит рядом. У вас рядом могут побить человека. А вы будете смотреть. Поэтому все вот эти вот входы, развороты, вот это, которое говорил у нас Федор, да, пожалуйста, произнесите, я так не имею, у меня нет этого акцента. One, two, three play. Да? Что это значит, one, two, three play? Когда я разворачиваюсь в ограниченную зону, да, вот так ухожу. Игрок переходит в зону. Опять, посмотрите, вот этот переход, да, из центра в центр, он идет чуть впереди мяча, но с контролем не мяча, а защитников. Всех вот этих вот защитничков. И когда мне надо, я буду спускаться вниз или пойду вверх. Все зависит от меня, то есть, как я читаю этот, именно этот эпизод, да, как я его предугадываю. И здесь как раз очень хорошо оказалось вот этот низ, потому что можно видеть вот эти ноги. И, может быть, даже руки. А он может в моменте оценить блокировку 12-го номера? Я считаю, да. Он же оценил. Да. Значит, может. То, что он точно не сможет сделать, это оценить ее сверху. Он не будет видеть игры сверху, потому что у него будет спина не защитника, а нападающего. А блокировку я могу оценить, когда я вижу спину защитника. Но для тебя движение 12-го это параллельное движение для центрального. А игра идет вот так. Как ты можешь оценить, двигался он в момент контакта или нет? Верно. Теперь посмотри, куда спускается центральный, чтобы это оценить. Я не хочу, что он 12-го, да. Но там больше нет. Но мы сейчас не о решении говорим. У нас механика. Решение завтра или послезавтра, я забыл. Понятно, да? И вот эти вот все ситуации, 1, 2, 3, да, вот это. Как это 1, 2, 3, 3? По-белорусски или по-русски? Да, по-английски. One, two, three, play. One, two, three, play. Не реплей, это one, two, three, play. Ограниченная зона. Заслоны в ограниченной зоне. Заслоны в ограниченной зоне – это частое явление вот на не очень высоком уровне баскетбола. Почему? Потому что заслоны в ограниченной зоне – это очень часто 3 секунды. Это понятно. Но вот на входе или на выходе из ограниченной зоны, без мяча, вот это да. И все вот эти заслоны, развороты, бампы, да, у них одна цель – ограничить свободу передвижения. И вот здесь вам надо уже, если вы будете смотреть, вы будете точно видеть. Я бежал по прямой, бам, я продолжаю бежать по прямой, нет свистка. Я бежал по прямой, бам, без мяча, мяч там где-то шарошится. Я улетел в другую сторону, свисток. И все будут тут же понимать, о чем вы говорите. Полшага в сторону броска. Это вы внесли коррективы в мою механику? Да. Я сразу понял. Это этот самый, как его? Окей, перейдем к еще одну штучку центрального. Посмотрим на ротации. Я не понимаю. Вот тут сразу. Сейчас сказать, хоть Магнитогорск не сразу. Что елочка горит. Елочка горит, да. Слишком хорошее качество видео. Ну ладно.
Ведущий судья сделал ротацию, да? А мы помним, ведомый и ведущий у нас как? В одной связке. Пустое место. Что сейчас нужно оценивать вот этому новому центральному судье? Давайте подумаем. Вот если бы он стоял там, куда бы он смотрел? Что бы он оценивал? Этот игрок его интересует? Нет. Пока нет. Пока нет. Может быть, он там получит место. Но пока нет. Эта пара его интересует? Нет. Чуть-чуть. Возможно, потому что этот игрок может начать входить, да? То есть чуть-чуть внимания вот на этом защитнике у меня уже есть. Этот игрок меня интересует? Да. Очень даже. Потому что сейчас идет обыгрыш вот этого. И этот, скорее всего, пойдет на страховку, да? И как раз мне будет... А может, не будет видно. Но ведущему точно отсюда нечего смотреть. Поэтому как-то надо найти. Но вот отсюда все, что я могу видеть, это спину седьмого. Окей, мы можем видеть спину защитника. Это нормально. В этом случае мы принимаем решение о столкновении блокировки. Да, или о правильной игре в защите. Хотя лучше не видеть, лучше видеть бок. Но мы не можем никогда видеть спину нападающего. Как только мы видим спину нападающего, мы должны смещаться. Это непреложное правило. Ну почему-то очень плохо идет видео. А, не его пошло. Оп! Я подошел. А теперь кто мне скажет, сколько секунд было в тот момент, когда ротация закончилась? Вот сейчас 5 секунд, да? 7.47. Сколько было, когда ротация закончилась? 7. 8. Кто знает, не надо гадать. 8. Кто знает, сколько было секунд? 8. Если было не 8. Так, ну пиво мы не пьем. Надо что-то. Кросс, капа. 2 метронома. 2 метронома. 1 утром, 1 вечер. Это уже мы решим. 8, да? У кого-то. Кто еще знает? Потому что мы говорим сейчас о знании. Я не знаю. Уже поздно. Ты 3 раза мне повторил 8. Двенадцать. Я могу даже сказать 11. Вот я развернулся, да? Вот теперь можно сказать, что ротация закончилась. И вот это, когда вы смотрите клипы, первое, надо не смотреть так, кто этот парень, этот, что за команды тут так, ага, забили, нет? Оцените время, если есть возможность, оцените счет и период. Вот это в первую очередь важно. А потом все остальное вы начинаете потихоньку анализировать. 5-5, зона лично, да. То есть мы говорим, что ротация закончилась, когда ведущий пришел и развернулся, а не когда вся тройка встала в новое положение. А да, ведущий закончил ротацию. Все. Потому что этот может стоять здесь до окончания вообще атаки. Потому что игра может развиваться вот здесь. Нет, правильно. А то, что этот где-то мудохает, мы не виноваты. Извините. Сколько? Ну, в принципе, успел. И вот теперь смотрите, мы сейчас не берем концовочку клипа, мы ее не увидим, да? Точнее, концовку мы очень хорошо увидим. Теперь мы говорим о центральном судье. О старом центральном, да? Вот идет какая-то атака. Он разворачивает свое туловище и продолжает контроль. Помощь ведущему, потому что игра центровых, скорее всего, начнется, да? После того, как это все произошло, и как только игрок установил контроль над мячом, вот тогда вы начинаете движение в другую сторону. Не раньше, а когда какая-то команда взяла подбор. Это касается вот этого... 100% случаев, этого, ну, в случаях при хорошей физической форме тоже 100%, а так процентов 95%. Центральный судья должен дожидаться подбора в любом случае, иначе у нас получится, что я отбегаю по каким-то причинам, ведомый уже там на полшага впереди,
или почти за лицевой, потому что ему вчера сказали, что надо быть как можно быстрее за лицевой для этих команд. А тут хоп, и он мяч выронил, и взяли белые. И вся вот эта братья бежит обратно. Минимум движений, максимум. И поэтому, когда уже контроль установили, вот тогда легкий спринт. Ведомый. По центральному я ничего не говорю. Как бы по центральному мы смотрим только те моменты, которые я вам могу пока показать на видео. Я могу много чего показать, но это может занять часов 10. Но вот именно из того, что я бы хотел, чтобы вы завтра применили в игре. Вот такие простые моменты. И что завтра я с вас буду требовать, кого буду смотреть. Это несложно, да? Перебегать там еще что-то, но это поможет вам. Тарын-тарын. Ведомый. Первое — это самый лучший нападающий, да, это лучший плеймейкер. Что ведь делает лучший плеймейкер? Он видит все. Он видит всю расстановку и начинает заказывать какие-то комбинации. На комбинации к черту не сдались, но мы видим все расположение игроков на площадке. И поэтому всегда, когда я перебегаю в нового ведомого, первое — это я за спиной игроков. Не так, что я вижу спину игрока, да, а я просто сзади игроков, неправильно выразился. Я сзади игроков на 2-3 шага при переходе из ведущего в ведомого. Я не обгоняю игру, показываю, какая у меня классная физическая форма, а я наоборот бегу и оцениваю тем самым вот эти вот действия. Как встает защита? Бывает, я пока бегу, вижу, что встала зона 3-2, 2-3. Или один вытягивается, остальные так более-менее как-то кучно. То есть вот это все попытайтесь оценить, пока вы бежите, ну, на нормальных играх. Тут зона запрещена, правильно я понимаю, да? Поэтому тут просто оценить защиту. Но всегда попробуйте найти всех 10 игроков. И самое главное, что надо делать, это... предугадывать намерение защитника, вот этого, который будет защищаться против дриблера. То есть кто-то один все равно всегда выводит этот мяч, да? Мы не говорим про быстрый пас. И нам надо сначала быстро оценить, какая защита, и потом смотреть, что делает этот защитник. Он просто пассивно отступает. Вот это и значит судить защиту, да? Я смотрю на защитника. Он пассивно отступает. Либо он начинает гнать меня в какой-то угол, и тогда я понимаю, что вот-вот будет ловушка. Либо еще какие-то такие вещи, которые я должен предугадать. Теперь. Перемещение ведомого. Ну, это просто очень. Перемещение ведомого. Мои перемещения всегда такие, чтобы мне было хорошо видно игру. Тут не открывается окошко, чтобы проветрить меня. Можно, но есть вероятность того, что цветок упадет. А, цветы нет, не надо. Действительно. А вот дверь открывает. Спасибо. Ведомый. Вот ведомый. Ну, я не скажу, что на 2 шага, но это примерно. То есть не надо говорить, вот я 2 шага, прийти рулеткой 2 шага отменить. Спасибо большое. И я пытаюсь оценивать этого защитничка. Если он пассивный и стоит вообще вот здесь, на 3-очковой линии, следующее, что я буду оценивать, это какой из этих 2 нападающих будет получать мяч и как против него будет защищаться. Потому что его могут придержать, чтобы он этот мячик не получил. И по-хорошему, если вот с этой стороны вот этот защитник будет близко, или тут сейчас заслон пойдет, да, и выход, это тоже моя работа, как ведомого, и я это должен понимать, что идет. И затем я каждый раз перемещаюсь так, чтобы мне было видно, я не стою на одном месте, да, я каждый раз перемещаюсь так, чтобы мне было видно руки и ноги защитника. Вот это значит следить защитника. И просто я смотрю на него, или смотрю в разрез между 2 игроками. Я стою, смотрю, бац, что-то случилось. О, я же смотрел в разрез, мне вчера говорили, смотри в разрез. В разрезе ничего, в разрезе только в какой-то момент что-то произойдет. Но вы должны видеть этот разрез, и кто туда первый придет.
И начинать надо вот это видение вот с этого парня, в данном случае белого. Теперь посмотрите, вот этот пример классического кросс-степа, да? Когда игра по моим догадкам пойдет в одну сторону, а я перемещаюсь в другую. Тут нам его не видно. Тут опять. Какие у меня вот сейчас, как у ведомого, проблемы? Не проблема, вот что мне надо судить в данном случае? Я ведомый. Эта пара мне интересна? Нет, не очень. Раз. И второе, это помощь здесь. Вот с этой стороны, допустим, если мы говорим о вот этой руке 34-го, этому сложно помочь. Этому невозможно увидеть, да? И поэтому не надо думать, что если игра уходит в сторону ведущего, ха-ха, пусть он там разбирается. Нет. Механика, она хороша в зонах ответственности, но это, вот именно эта рука ваша непосредственная ответственность. Или вот этот локоточек, да, сейчас съездит вот тут по личику. Окей, вот этот уже может это увидеть, да? Может быть. Но опять-таки нельзя выключаться ведомому. То есть у ведомого опять самый широкий обзор. Тут какой-то фол. На жестикуляцию смотрите, это не наши жесты. Теперь вбрасывание. Я отдаю мяч на... Во-первых, я беру свисток, да, когда отдаю мяч на вбрасывание. Потому что до или после того, как мяч покинул мою руку? Да. Совершенно верно. Потому что может произойти все что угодно. Я показал место вбрасывания. А детишкам мы лучше еще скажем, да, вот отсюда, или там какие-то слова, там не бегай, еще что-нибудь, не прыгай. Хотя вот этим детишкам тоже надо это говорить. Отдаю мяч и делают два шажочка от этого игрока. Опять-таки для того, да, чтобы вот эту эмоциональную увлеченность убрать. Тут я бы даже лучше еще сюда ушел, и тогда на меня бы, у меня бы не получилось так, что... Ведь смотрите, сейчас, по-хорошему, один из игроков, он еще в поле зрения, да? Но он уже с другой стороны. У меня это то же самое. Вот Илья сейчас в поле моего зрения, чтобы мне на него посмотреть, мне все-таки придется повернуть голову. Если я буду сидеть там, я буду видеть всех без каких-то проблем. То же самое с ведомым. Вы всегда должны сидеть вот в такой точке, с которой вы будете видеть всех остальных. В данном случае не сидеть с людьми. И он эту точку все равно пытается занять. Потому что в игре у нас будет все равно, мы никогда не будем 100% соблюдать вот эти условия, да, что нам видно все и так далее, и так далее. Мы будем попадать в эти ситуации. Мы должны тут же сделать что-то, чтобы из нее выйти. И это не сложно. И вот я даже трехочет. И теперь попытка трехочкового броска, да? Это тоже интересная вещь. Первая это попытка. Защитник. И шаг в сторону кольца. По направлению, да? Не надо туда бежать или идти. Но вы делаете шаг, тем самым вы себе ищете какую-то работу, продолжаете после того, как вы отсудили эти, да? Вы себе продолжаете, ищете какую-то работу. Потому что когда я делаю шаг назад, психологически я уже убегаю. А когда я делаю шаг туда, я еще в этом эпизоде. А у них уже треха, это от ведомого? В данном случае, да. И до куда треха ответственность ведомого? До вот этой линии краски, да? Продолжим. Вы выучили механику? Можно Америку. Понятно, да? Это ведомый. Так, это видели. Окей, и теперь два момента, которые мне бы хотелось с вами обсудить. Вопросы есть по ведомому? Или по кому-то из трех этих? На экзамене проверим.
принципе, так сильно. Значит, в данном случае мы говорим о том, какой период? Вы уже один раз посмотрели. Для зрения плохое имеет. Ага, какой период? Не обратил. Давай. Мистер 2 метра на луну. Не скажу. Кто знает, какой период? Счет. Время. Ну хоть что-нибудь вы знаете. И вот видите, опять то же самое. Ну давай, предугадай, какой. Нет, без наказания. Ты можешь попробовать угадать. А третий, по-моему. Верно. Там что-то... Ну давай, давай. Да не хватит. Не говори, мы же с тобой не на свидании. Ну, время. А время не скажи. Счет. Счет там что-то. До 60, по-моему. Около... С двух сторон? Нет, там была разница. Да. Четверть школьная. Даже вторая четверть. Второй период. 50-50. В принципе, здесь ты угадал, до 60. Разница есть в ноль. Да. Тоже, в принципе, верно. И теперь обратите внимание вот на игру в ограниченной зоне. Очень сложно судить игру в ограниченной зоне, когда там не как мы видели, да, ведущий судья, вот это легкое. Это из простого. Когда тут убрал этот, ведущий судья довольно увидел, свистнул, показал за что, если тот еще спрашивает, а за что плохо, и пошел. Но когда там начинается куча мала, и в данном случае у нас есть раз его защитник, два пара, забегает сюда еще друг, этот хотя бы глазами нацелился, да? И теперь одно простое короткое движение, да, вот этой черной руки, руки черную 13. Вот как ты говоришь, плохо. Второй посыл. Самый главный вопрос. Кто должен это видеть? И вот здесь вступает в игру уже вот эта дисциплина, да, вот эти вот зоны ответственности, они противные, они никому не нравятся, но... Для чего они есть? Если сейчас все три судьи будут смотреть на бросок из ограничения вот сюда, да, оценивать только вот этого паренька, естественно, это упустят. Если все три судьи начнут следить за подбором, они упустят там столкновение, блокировка или удар по руке. И поэтому у каждого в этом эпизоде есть своя работа. Как определить, у кого какая работа? Очень просто. Кто ко мне ближе, того я и сужу. Или чей ракурс мне ближе. У меня есть здесь пара, как у ведущего. Это моя пара. Я могу здесь подстраховать, но основная моя пара здесь. Центр – это проход отсюда. Поэтому это его. А тут еще и двоечка, да? Вот так. И теперь мне надо ведь решить, кто из них. Камуфол. Тоже непросто. А кто за двойку отвечает? Ведь я не могу за двумя смотреть. Или могу? Вообще сложно. Этот может видеть? Нет. Самый удачный. Да. Опять ведущий. Но если вы будете стоять вот здесь, вы увидите только... грудь нападающего. И поэтому вот этот ракурс позволит вам не только вот этого 13-го, да, который уже отказался, он вот что-то толкнул и отходит, но и следующее, и следующее действие тоже вам позволит увидеть. И это вот и
из серии тех фолов, опять-таки, да, которые мы не можем оставить. Там есть «Дайте им поиграть», парочка таких фолов, и уже игра закончится быстро. Ну, здесь повтор не самый удачный камер, а вот теперь все очень хороший камер. Посмотрите, да? Очень идеальный ракурс. Еще и рукой помог. А? Еще и рукой помог. Ну, а как? Вдруг не упадет. И еще одна такая из непростого, чтобы закончить наш томный вечер. Опять из этой же игры. Какой период? Первый. Да. Вот, вот поэтому либо ты все слушаешь, либо ничего. Первый, хорошо. Время. Ты не видишь. Жни, прозрел. Ну, сейчас я пригляделся. Исцеляет, исцеляет. Пригляделся. Хорошо, 6:37. Счет. 1:17. Вы мои молодцы. Сейчас проверим. Какой счет? 7. 2-2. Какой канал транслирует? НБА-ТНТ. И теперь другой вопрос, самый простой. Кому фол? Настя. Газон. Почему? Ну, толкнули. А? Блокировка. Еще мне? Я могу еще раз показать? Да, еще раз. Это будет уже третий раз. И вот смотрите, у вас уже отошло на задний план, да, ситуация. Время. Счет. А это должно быть на подсознании. Как и на площадку. Вы выходите, если вы начнете следить только за временем, счетом и куда вы прибежали в позицию нового ведущего, плевать вы захотите на эти ситуации все игровые. Второй, как бы спереди его, ну, корпуса в него влетел. Второго сзади. Да, да. Молчи. Я понимаю. Еще мнение. Ты считаешь, что 15-му белых? Там 16. О, 16, извини. Раз. Только два. Который сбоку забегал. А я бы дал бы первому номеру. Кто считает, что вот этому игроку фол? Будет. Мы сейчас не будем смотреть, мы проголосуем, а потом посмотрим. Вот ему. 2, 3. 4. Почему ты так решила? А что их так мало? Ну, начинает движение, он еще не остановится. Агрессивно. Процесс движения. Он не занял позицию, чтобы встретиться на грунте. Вот, ты считаешь, что фол вот этому чувачку, 14. С этого ракурса не видно. Если с той стороны смотреть, ну, в разрезе, то было бы лучше видно. Ну, там все не видно. Я вам дам одну маленькую подсказку. Нет, значит, это... Какая тема лекции? Неправильно. Подумайте еще разок перед тем, как... А, об этом говорил... Артем, когда мы тут разбирали игру какую-то, да, о страхующих защитниках, об основных, кто кого судит. И вот здесь мы берем одну простую ситуацию. Яшку. Пока еще ничего не происходит. Остановился. У меня три защитника. Вот сейчас один судья их не может оценить, что бы мы ни делали.
И теперь мне нужно четко знать в этой ситуации, кто куда смотрит. И я должен знать не только, куда я должен смотреть, но и куда будут смотреть мои партнеры. Чтобы не оказалось, что мы все троем смотрим на второго. Или все троем смотрим на 16. Или все втроем смотрим сюда. Кто будет смотреть вот за этим защитником? Ведущий. Гуд. За этим. А, нет. Ведомый. Именно. Он не должен выключиться и сказать: «О, игра под кольцо. Разбирайтесь без меня». Этот центральный и, возможно, ведомый, мы там не знаем. Ну, скорее центральный, я соглашусь, да? И вот получается, вокруг меча теперь у нас три пары глаз. Но фол только один. И подсказка в том, кто его фиксирует. Его фиксирует ведущий. Значит, все очень просто. Фол все увидели. Вот. Вопросы? На этом все сегодня. У меня, по крайней мере. У вас есть что добавить? Пожалуйста. Просыпайтесь, пожалуйста.